Здравствуйте, уважаемые садоводы! В последние годы слизни размножаются с бешеной скоростью. Честно сказать, столько слизней, как за последние пару лет, я никогда не видела. Несмотря на их медлительность, они способны за короткий срок съесть все, что попадается у них на пути. Я заметила, что слизни плотно обосновались на моей компостной куче, где, похоже, плодятся и расползаются по всему огороду. Соседка боролась с помощью кипятка. За неделю она пролила кипятком два раза свою компостную кучу и сказала, что это помогает. Мне негде греть воду, я использовала другой метод. Итак, если на компостной куче обосновались слизни, в сухую погоду посыпьте ее солью и слизней тоже, но без фанатизма. 3-4 столовые ложки тщательно распределите в местах скопления слизней. Скоро неприятные гости исчезнут, а вот на грядках и клумбах такой способ стоит применять с осторожностью, чтобы не засолить почву. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!